День автомобилиста водители пассажирского автотранспортного предприятия «Север» отметили конкурсом профессионального мастерства. Его участниками стали более 10 сотрудников предприятия, которым было предложено проверить знания правил дорожного движения, а также на практике доказать свою классность и умение профессионального вождения. За ходом борьбы конкурсантов наблюдала и наша съемочная группа, репортаж Максима Швеца. Первый этап соревнований – проверка теоретических знаний правил дорожного движения. На решение 20 вопросов отводилось 20 минут. Первому же участнику понадобилось чуть более 2 минут. Остальные 15 также справились с поставленной задачей досрочно. Всего было 16 участников. 4 человека сдали правила с одной ошибкой. Остальные все сдали без ошибок правила дорожного движения. А далее теория к практике. Участникам предстояло продемонстрировать профессиональное мастерство, выполняя элементы фигурного вождения. Директор автотранспортного предприятия Александр Осипенко уровнем подготовки своих сотрудников доволен и уверен, что случайных людей в этой профессии быть не может. В первую очередь хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, удачи, повнимательнее быть за рулем, осознавать то, что близкие их люди ждут, кто занимается непосредственно пассажирскими перевозками, тоже чувствовать то, что вы несете ответственность не только за себя, но и за тех людей, которых вы везете, и всего самого хорошего. По итогу 2 этапов были выявлены победители. На 3-м месте Юрий Тимошенко. Вторую ступень пьедестала завоевал Владимир Соколов. И лучшим стал Павел Обухов. Тройка призеров получили денежные призы и почетные грамоты. Максим Швец, Кирилл Сементеев. Программа «Время местное».